Друзья, мы распаковали уже наш делатель мороженого, аппарат для мороженого. И сейчас Саша выбрал распаковывать следующую игрушку. Это пылесос. Такой пылесос, который затягивает всякий мусор. Вот тут вот на картинке нарисовано, что он затягивает скейт. И, в общем, тут сидит такая стиральная машина. Как собирать это все, показывается. Вот. И, конечно же, можно докупить другие дополнительные детальки. И будет такой большой, огромный набор. Начинаем нашу распаковку. Да, Саш? Начинаем нашу распаковку. Вот он такой вот пылесос. Тут крутится колесики. Тут тоже какая-то вот штука. Наверху есть сапог и есть машинка стиральная. Все, больше никаких дополнительных деталей нету. Значит, скейт, как там показано, надо покупать. Сейчас будем распаковывать и смотреть, что это за игрушка. Вот такой носок. Это носок или ботинок? Носок такой, да? Саша распаковал вот этот вот наборчик, и вот он первым делом хочет показать такой носок непонятный. Такой грязный весь, обляпанный. И вот такая вот у нас есть стиральная машина, которая сидит в пылесосе на водительском сиденье. Так, куда ее поставить там? Вот. И он уже этот пылесос уже съел наш какой-то коктейль. Там был красный коктейль. Еще сейчас он съест. Этот съест. Не съел. Ботиночек, не съел. Не получается. Смотри, надо очень долго крутить. Оно должно... Он съел. И теперь ботинок это... Съел? Нет. Он крутится, крутится, его надо долго крутить, крутить. Ну-ка, а что вы... Я положу его надо. А теперь... Вот. Это много мы. Вот такая вот машинка-пылесос. Крутятся колеса и крутятся тут внутри такие вот штуковины одновременно с колесами, которые затягивают туда весь мусор, что валяется. Вот такая красивая машинка-пылесос, большая, огромная. Это не для квартиры, нет, потому что для квартиры, в квартиру она не поместится. Это уличный пылесос, да, Саша? Ага. Ну что, друзья, что следующее, Саша, открываем? Там я помню, что... О, тут еще так открывается, класс! Я помню, что сзади там говорила, что надо бахнуться, и потом оно будет open. О, это надо вот эти нажать, и оно все вылетает. И оно все вылетает, вот так вот. Открывается и вылетает весь мусор. Вот это такой багажник сзади, в который складывается мусор, да? Пылесос пожрал с своего начальника. Не, он не может, он туда не влезет. А, да, он же большой. А тут такие, а вот эти вот штуковины резиновые, да? Носок вот этот вот резиновый. И резиновые вот эти вот, они такие, как желейки. Какой следующий набор собрался распаковывать? Следующий набор я хочу хот-доги. Саша следующим выбрал... нельзя показать. Хот-доги. Переключайтесь на следующее видео, увидите, как мы распаковываем этот набор. Всем пока!